Всем привет, поделюсь секретом. Как ремонтировать макбуки? Проект или проект. Значит, дали мне макбук, который не включается. То есть, вот я нажимаю Power кнопку, а в ответ ничего. То есть, нажимай кнопки, включай, заряжай. Он не включается. Это MacBook Pro 15 инчи. Значит, я его отвернул снизу. По всей видимости, ее уже разбирали. Но у них не получилось. И я вам расскажу один секрет. Как можно ремонтировать макбуки, которые перестали включаться по причине, что не работает график-карточка. Вот я отвернул винтики. Три винтика вот здесь, и здесь, и здесь. Они длинные. Их не надо перепутать. Остальные все винтики, они маленькие. И по кругу. То есть их не перепутаешь. Ставишь их отдельно. Вот я открываю его. И надо много-много разъемов отсоединить. Да, вот она плата. Вот разъем Power. То есть от аккумулятора надо его отсоединить в первую очередь. И аккумулятор заряженный. Ну, значит, мы его отключаем и начинаем потихонечку разбирать. Когда я это все делал, на скайпе был мой друг, мы с ним разговаривали о пчеловодстве. И общались, и я в это время ремонтировал MacBook Pro 15-инчевый. А что там поломалось? Не включается. Не включается. Я, короче, плату... у кого не включается, я плату из них, короче, вынимаю и в духовке жарю. Понимаешь? Так оно же сгореть все может. Ну вот не сгорает. Чё, а кто тебе такую технологию придумал? И главное вещь, что они уже его снимали. Я смотрю, винтики-то все отворачивали или нет? Нет, вроде бы. Похоже, что не отворачивали. Ну, я им сказал, говорю, если хотите, сами, но надо его прожарить, говорю, в этом, в духовке. Они не захотели. Ну, а что же дает эта прожарка? А, значит, у них проблема такая, это график-карточка, видеокарточка. Ага. Она очень сильно греется. И со временем начинает... Со временем начинает она... ну, там, короче, очень много контактов. И вот эти контакты, они, видать, отсоединяются. То ты пройди с паяльником по них, да и все. Ну ты там не пройдешься, потому что они много рядов там их. Их там несколько рядов. И поэтому ты просто в духовку ее кладешь. И он когда в духовке стоит, там есть вероятность того, что он соединится. Слушай, если есть вероятность того, что оно там соединится, оно таким же самым образом может рассоединиться и выпасть оттуда вообще? Ну, даешь такую температуру, которая правильная. То есть, олово отсоединяет этот, ну, как бы расплавляется, нагревается, а она сама держится, микросхема-то там, крепелением. Эта микросхема-то держит ее, она не падает.
Но внутри там контакты расплавляются и могут опять соединиться. Но, конечно, могут и не соединиться. Это гарантии нету. Но я вот сколько раз вот делал, получается где-то 8%. 80%, короче, делаются так. Вот у меня вот этот большой компьютер уже я так отремонтировал. Я его купил из-за того, что он не работает. Задешево взял. В духовку его, короче, поставил на 8 минут. И он у меня работает. И даже я еще два монитора им тягаю. То есть у меня два монитора. И на видеокарточку график, нагрузка большая. Но она все работает. Вот сейчас я его плату здесь сниму. Поставлю в духовку. Сначала духовку нагрею. 375 градусов по Фаренгейту. Ну ладно, короче, разбирайся со своим компьютером. Вот. Всего тебе доброго, всех тебе. Я могу и с компьютером разбираться, и с тобой разговаривать. Ну а я это. Пойду сейчас каким-то делом заниматься буду. Ну давай. Время 10 час, чем заниматься-то? Это есть вот у меня одно намеченное действие. Ну давай, всего хорошего тебе там. Ага. Ну, good night, спокойно. God bless you, God bless you. Давай, тебя тоже. Ага, thank you. Что вам? О, ты вон о чем. Ты вот у меня. Я недогадливый какой-то. Мне кажется, они его пытались разбирать, видишь? Видишь? Винтики. Пытались открутить. Он с тобой разговаривал? Ну да, я его сегодня видел. Вот, видишь, крутили-крутили, они открутили. Видео я не обрезаю, не укорачиваю. Это вот столько времени занимает, чтобы его разобрать. И работать надо аккуратненько. Стараться ничего не повредить, не порвать никакой шлейфик, не оторвать. Надо быть очень аккуратным и с разъемами. Они разные. Некоторые поднимаются наверх, некоторые вытягиваются, некоторые надо там сначала приподнять пластиночку, чтобы вытащить. В общем, надо работать аккуратно, не торопиться. И все будет нормально. А там мой сын играет, разговаривает. Поэтому будем продолжать работать.
Так, отворачиваем второй вентилятор. Везде винтики маленькие, а вот этот крайний, это длинный винтик. Так, второй вентилятор сняли. Первый вентилятор сняли. Смотрим, что еще у нас держит. Так, еще держит, да, вот здесь вот. Так, здесь я все вроде бы снял. Здесь ничего не держит. Ничего не держит, ничего не держит. Но у нас держит... Вот здесь это вот это разъем удержит. Мы берем его так и немножечко аккуратненько вынимаем. Вот эти все освобождаем, чтобы не вырвать нечаянно. А ты что держит еще его? Что-то держит. Вроде бы я все отвернул. Что-нибудь вот держит. Вот эта штука держит. Вот. Что же там держит у нас? Вот, раз. Снял его. И тут у нас держит power разъем. Вот он. Power. Сняли все. Вот плату снял. Теперь нам надо снять. Здесь немножко грязные, но она не такая сильно грязная, какая бывает. Вот у нас здесь мы снимем, наверное, вот этот спикерочки. Вот у нас здесь получается, значит, вот видеокарточки, процессоры, вот они два здесь. Вот их и нам надо прогреть. Сейчас я сниму этот спикерочек, чтобы он не навредился. Здесь, значит, у нас Philips. Мы берем Philips и отворачиваем. Эти винтики мы кладем отдельно. Они немножко длинноватенькие, средние, короче. Один. И второй. Вот, и второй снимаем. И здесь два разъемчика. Раз. Два. И вот мы ставим его сюда. Это у нас спикерочек. И вот процессор нам нужно вот этот. 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 Нам надо их хорошенько прогреть. Хорошенько надо прогреть их. Вот здесь вот у нас, значит, мы видим пыль. Я их могу вот так почистить. Пыли не очень много. Но есть. Вот у меня есть еще такая. Значит, все вычищаем. Так, все. Эту плату мы будем жарить. В следующей части я покажу сам процесс, как я его буду в духовке прогревать и